Доброго времени суток. Это мой первый обзор, которым я хотел поделиться опытом покупки шланга X-Host. Конечно же, это китайская подделка на оригинал. В самом оригинале вот эти вот пластмассовые крепления, они выполнены из металла. Вот. Поставляется этот шланг в комплекте. Такой вот коробочки. На нем указано, что он 15 метров увеличивается в 3 раза. Что я по этому поводу могу сказать? Я его замерил, и он в сложенном состоянии он около 5 метров. В подключенном состоянии он составлял где-то 14-13,5. Да, конечно, это все же китайская подделка, тут никто размер может не гарантирует. Но все же качество его вполне достойно. С ним идет еще такой же пистолетик с разными режимами пульверизации. Также тут есть регулятор давления, который мы будем оказывать. И вот такая вот маленькая скоба. Если мы ее опустим вот сюда вот и отпустим, то шланг нам не придется нажимать на кнопку, чтобы поливать. Соответственно, мы его потом уберем. Выполнен вроде бы качественно. Еще мы, конечно, я проведу испытания при поливе, но думаю, он с этим всем справится. Вот этот вот материал, когда его подключаем, растягивается и надувается. Сама ткань не дает ему лопнуть. Что еще можно сказать? Использовать этот шланг можно только в том случае, если у вас давление в системе не меньше 1 атмосферы. Если меньше, то он просто не будет функционировать. Так как должно давление не хватит, чтобы расшириться, и, соответственно, эффекта никакого не будет. Вот. На этом все. Надеюсь, видео вам будет полезно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Удачи вам! Если станет темно, мы долго шли к великой цели, но видно не успели, поэтому не ели осень давно.